сегодня реальный регион в рамках всей страны находится на передовых позициях, будь то экономическое развитие, промышленный потенциал, социальное развитие региона, вопросы, связанные с здравоохранением, образованием. Если говорить о каких-либо рейтингах, то мы находимся именно в первой десятке, или всегда выше среднего, это точно. Во многих промышленных, социальное развитие, экономика, здравоохранение, образование, все. Понимаете? Поэтому я бы хотел сказать и подчеркнуть, то, что на самом деле, да, то есть на сегодняшний момент Минская область находится в состоянии, если говорить о сравнении рейтинге, да, российского, то есть это поэтому губернаторам было предложено в дальнейшем сравнивать все-таки нас не в целом по стране, а сравнивать, наверное, с топ-10 по стране, потому что сегодня экономический и социальный потенциал региона позволяет говорить об этом, позволяет сравнивать с этой позицией.